Всем привет! У нас уже, скажем так, вторая половина дня. Вот, и я собираюсь. Сейчас Костя будет, Ленин Костя, ехать в зоомагазин. Вот, и я поеду с ним. Мне надо купить тоже там стружку для жвачки. Ну, в общем, такое, корм. Вот, и что еще? И еще он меня забросит в магазин, в книжный. Мне надо там купить... книгу дорожных правил. Ну, короче, вы меня поняли. Вот, потому что завтра я уже буду идти на первый свой урок. Вот так вот. Даша пришла со школы. Представляете, звонит мне учительница и говорит: Надя, как Даша себя чувствует? Говорю, в смысле, нормально чувствует себя. Она говорит, дело в том, что когда они после уроков пошли домой, вот, я, говорит, с окна увидела, как Даша на площадке на детской гулялась и упала. Она, говорит, упала так, она подвернула ногу, что она не могла на ногу просто встать. И девочки ее взяли под руки и вели. Представляете? Но об этом же она мне, естественно, ничего не рассказывала. Вообще ничего не рассказывала, да, Даша? Да. Угу. Да. Значит, ты мне не доверяешь. Я сделала картошку фри в домашних условиях. Даша к ней прилипла. Никак не пойдет делать математику. Я, Даша, не злюсь, я даже более где-то обижаюсь, потому что ты мне, если не рассказала, значит, ты мне не доверяешь. Ну или как? Или, может, я не права? Я не знаю. Но я за тебя переживаю, это не то, что там... Тем более... Ты знаешь, Даш, если бы учительница, ну, видела, что там незначительно ты упала, ничего такого, я думаю, она бы мне не позвонила, согласитесь. Ну, а так учительница перезвонила, она действительно переживала, говорит, у меня Даша просто не выходит с головы, потому как действительно, ну, она сильно, говорит, упала. Ну, в общем, как-то так-то, да. Так что собираюсь. Помыла голову, никак... не досушится, хотя уже, в принципе, вроде бы нормально. Сейчас немножко, хотя я не буду краситься, я хотела сказать, сейчас немножко подкрашусь, не хочу. Вот бывает такое, не хочу. Сейчас сделаю игольку себе на голове и все, и можно будет ехать. Я уже вернулась домой, взяла вот такую вот подстилку для жвачечки и для Бенусика корм еще купила, вот, для разнообразия. У него, конечно, есть еще корм, но пускай еще будет. Вот это им сегодня жвачки хочу поменять. Ну, взяла я книгу «Правила дорожного руха», 2020 год. Вот. Правда, мне показывал, ну, учитель вот этот, он говорил, что у него был 2019, но, говорит, если у кого-то будет 2020, ничего страшного. Просто в магазине не было 2019. Не знаю, сейчас буду рассматривать. Вроде бы все правильно. Даже немного волнуюсь к первому уроку. Надо все-все выучить. Буду учить. Что мне аж жарковато. Хорошая погодка вообще на улице. Даже несмотря, вы знаете, на то, что вечер и уже даже темно, но на улице тепло и классно так прям вообще. Вот так вот. Я хочу, чтобы вы послушали, как спит мой кот. Именно послушали. И поверьте, это еще не сильно громко. Ну, еще покажу, что я купила. Зубные щеточки всем. Вот, розовенькая, наверное, будет моя. Так, ну, книжку я вам, в принципе, уже показывала. Для телефона. Так как телефончик у меня, боже мой, на новой почте. Я заказала на сайте. Чехол для телефона.
Сейчас откроем, посмотрим. Вот он мой красавчик. Примеряем. Так, как по мне, отлично. Да, вот и смотрите. Вы знаете, я для себя сделала вывод, что чем ходить по магазинам и стоять в этих очередях и все такое, лучше заказать через интернет. Еще я высмотрела очень интересный сайт, через который можно заказать себе разные товары. Название его Smarty Sale. Это сайт кэшбэка. Он поддерживает такие сайты, как AliExpress, Розетка и многие другие. Да, и при этом всем сейчас я вам все покажу. Смотрите. Здесь все очень просто. Заходите на сайт Smarty Sale. Smarty Sale – это надежный кэшбэк-сервис, который доступен не только на Android, но и на iOS. Возвращайте часть денег с каждой покупки. Ссылочку я оставлю вам в описании ниже под этим видео. А менять опилки мне любезно согласилась Даша помочь. Я ее поснимаю. Так, жвачку мы для начала будем сюда ложить. Давай ложи. А можно я буду объяснять? Иди сюда, жвачка. Что, боишься? Вытягивай все оттуда. Вот он. Иди сюда, моя хорошая, иди сюда. Девчонка, дай мне ее посмотрю. Да. Я тебя посмотрю, малышка. А это куда? Моя мышка. Все выбрасывать, все, все полностью. Не надо. Моя малышка, крепышка. Иди да, красунька. Да, красавица. Огромная, скажите. А такую маленькую брали. А, прорвался пакет. Вот видишь, не зря я еще один взяла. Ну ничего, то уже туда опилки вот эти, Даша, в этот пакет не бросай. Бросай уже вот этот другой. Там уже они просто повысыпаются, считай, туда и все. Проверяем через пол. А это бежит, 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 хочет убежать. Может тебе помочь? Возьми совочек, он может быть. Нет? Нет, а нет, Дашуль, не так. Все-таки, ты знаешь, на, подержи хомяка, а я тебе немножко помогу. Держи, сейчас помогу немножечко тебе. Разорвешь? Какая ты сильная. Этот уж шкрябается. Ну, шкрябается. Ну, страшная. Угу. Высыпай. Красота сейчас будет, да? Ой, как красиво, смотри. Не, не впрессовывай. Зачем ты впрессовываешь? Не надо. Ну сейчас, малышка, сейчас. Сейчас. Сейчас, малышка, сейчас. Да, да, для колеса там. Ой, так запахло, стружка, слушай, да? Угу. Тут колесико, домик там ставь. Угу. Ставь домик. Еда вот на столе дашь. Ну прям шкребется, посмотрите на нее. Сейчас, минутку. Да она сама себе наносит. Все, я наносила. Что там перегребаешь, Даша? Она все равно, наверное, сделает все по-своему. И сочку положи еще. Морковочки. Все? Забирай свою красавицу, то она уже у меня там шкребется. Ой, ты мудришь. Ой, так. Запускаем жвачку. Все, красиво тебе тут. Приятного аппетита тебе. Чудная такая. Обследует. Сейчас я ей поменяю водичку. Мам, а можно я с ней еще немножко погуляю? Ну, немножко погуляешь. Ну что, жвачка, тебе приятного аппетита, наверное, жвачка. И
Спокойного сна.